Так, объясните, я первый раз на этом типе. Кто я? Или территорию? Ты был уже с нами, нет? Нет, просто нет, бегаешь, нет. Бегаешь за всем рейдом, не знаю, можешь вот Абу-Даби в цель выбрать и в нем живи просто. Это все, что от тебя требуется. И дома. Не хотелось бы. Придется. Найс рофл, Владимир. Можно печеньку в печеньке. Не ребят. Там хилов назначили, кто их хилит. Ну я вот и говорю. Владимир, я амбассадор. Амбассадор. Мили тотем не забудьте поставить. Амбассадор, ты на той стороне. Уходи помогаешь. На к треугольнику. А, ну нет, ромбик. Да. Сань, поставь на себя что-нибудь тоже, пожалуйста. Нахуя. Ну, блядь, череп, ебать, блядь, крутой. Оставьте милита там. Войт хилит звездочку, да? Да. По 400. Банк выпил, блядь, стоим. Тотем. Сразу напуливайте. Чайная кинина. Массадор, переведи тоже. Больше дэмэджа. Ты и стак. Твоя жизнь принадлежит мне. 4. Арт, иди забери. Арт стэн. А, убили, что да, убегай, беги. Этому придурку косты сбивайте пока, да. Твоя жизнь принадлежит мне. И хилы не подходите в милизону, а то он может ваншотнуть всех. Ну, второй скилл есть неприятный. Твоя жизнь принадлежит мне. Следующий квартал мерзости.
Тут с Картаза выпали деньги. Я думал, с них лут вообще не прописан. С кого? А вот с первого самого. Ну, видимо, занимал у кого-то. Долг отдал. Вот опять шмотки нахуй, 213 без сукетов. Кто их придумал, блядь? Пиздец. Близзард. Охуеть просто. Ну, просто вот нахуй нужна эта шмотка. Согласен. Тут еще есть довольно прикольная шмотка на ловкость, меткость крит. Без сакета вот это прям вообще обида. Че, не стоим, ФК, го. Хилите, срезу. Хильки, держите, срезу. Ой, заберись меня, а ты тут додика. Я встанем. Мне бы еще токен штанишки бы, блять, урвать. Было бы четенько. И дринк. Они же зубы макс. 13-й? Разве? Да. 13-й. Ты еще 150 удай. 13-й, блядь, чушь. А, это, блядь, башка за УД не продает. Я думал, что-то, блядь, штаны же, блядь, я перепутал больше. Это башка не за УД не продается. Ну, это Т8 будет башка, я говорю, да, за УД. Ката когда еще, блядь. Не знаю, вот я на Лока пострел Т8, он такой парашный, пиздец. Не, ну на Африка то более минимум. Наставник все вообще топчик. Хотя в целом хуйня вообще. Мне больше... Я, наверное, буду 2 Т7, 2 Т8, наверное, скорее всего, бегать. Тупо крит себе, ну, на стаках, что ли. Да нет, ты чё, у тебя 4, блядь, пускай тебе больше крита дадут, осветление. Чего бы, блядь? Стоп. Так, блядь, либо постоянные 5 крита, либо проковые 10. Так они прокают почти всегда. 10%, что она прокнет. Так у тебя, ну, порча, она там хуярит нормально будет. А нормально на Африке. На Дестрике неудобно разгонять, вот на Африке это можно там типа, в трэш кидать, может быть. Все нормально. Кстати, Сань, тебе что-нибудь там Тоха писал после этого рейда, или он вообще больше в игру не заходил? Писал, что у него свет отпал. Да блять. А, ну. Да, ну. Когда он то, что пропадает свет, это, блин, значит, он добрый. То, что наиграл. Давайте, резай. Есть. Просто, блядь, ну. Какой он гильдии, блядь, играет? Какой он гильдию создал? Шопа, он, типа, к нам. Разница. У него, наверное, а, это даже не пэт, это амбассадор, наверное. Я хочу, сука, у него выбросить, чтобы он, блядь, мне стрим что-нибудь подрубил на ФК, блядь. Там что-то вейкапы тоже, блядь, тренятся, ебать. Да кого нахуй, блядь? Ты просто... Вейкапы? Одни мы не тренимся, нахуй. А, да, одни мы нахуй. Придем нахуй, а что тут делать, ебать? Да что это? Да. Санек, подойди, что я на тебя пик скидал. Кстати, вот я, бля, буду, когда будет кара, он по-любому, ну, типа, зайдет, скажет, го кару фармить. Так, а кто у нас из локов больше всего агро наносит? Я, наверное. Я взял талант. Талант, да, талант он всегда взял. А, нет, не, говно, да. Лока. Там, в принципе, и Асмоде, и Хаос, там, не знаю. Чё? Ну, босс сам решил, что ему не надо, да? Че вы тут гоните, говорит?
без Гера его убиваем просто. Спасибо. Сами не. Не поиску. Пина. А пиздец, блять, один в Абу-Даби напуливает, другой безвредного, третий в танка. Ну и нормально. А, вообще. Там, типа, главное, чтобы второй РДДшник же был. Ну да. Вот ринки отдел уже, блядь, ДПС на тут появился. Нормально. Слепки не на есть. Спасибо. Вкинь мне тоже. Нормально, 8 ударов подряд без крита полоснуть. Ну, бывает. Ну да, бывает при 60% крита. Какова вероятность, блядь? Сука, мана закончилась. Кажи. Идите, чистите комнату, все. Два тотема. Кробулуса хилить или дамажить? Не надо Кробулуса хилить, он враг. Да, давай по дамажчику. Идите, писать.
30 секунд можно релок, ребят? Мне что-то залаганул интерфейс. Ну, пока все отпиваются, да, можно. Давай, только быстро. А, блядь, а нахуй эти морозные руны? Куда их взять? Продать голда. В ТЛР. Зря так. Будут какие-то боссы, надо будет на огонь сопрот. Да не, они ж где-то нужны, что-то там куда-то их, не? Ну, на когда есть босс, где кастут огня, ну, какие-то вещи, типа, она нормально резистит. Тем более, ни с кем не стакается. Она один раз, блядь, срезистит и все, и пропадает. Нет. Я... Ну, там резистит 1500-2500 урона от огня. Лучше камень здоровья лока выпить, у них одинаковое КД. Ради раньше кидается, на час висит. Вы чё? Так она один раз срабатывает, она поглощает. 40 голды, я понял. Это один какой один раз. Там при помощи нее можно этот ледяной сет нафармить, блядь, на трансмог. Ладный. Тёма, ты все перезашел? Готовность? Да, перезашел. Срез ты в танке и... Да, репахните, пожалуйста, срез. Там краски. Есть табак. Все. Все, все готовы. Комбате, иди, позови его. Пуля позови, там. Братик. Может, Герой, поехали. Педальку там, да, все понял. Ну, отводи. Вы чуть-чуть, ну, правее подойдите поближе. РДшники, я имею в виду. Отводи. Начинает водить только тогда, когда ДБМ анонсит ядовитое облако. В остальное время не води его вообще. Блядь. Води. Ты обратно провел раньше. Води. Веди. Блять, ну что ты делаешь, нахуй, ёбаный в рот? Тебе сказали когда? Вот сейчас веди. Диспель. Так долго пиздец. Просто надо было назначить человека, который диспелит. Ебать. Вы все можете... Нет, зачем? Элизабет, если ты не выучишь тактику на этого босса, ты уже третий раз, блядь, вот этой херней занимаешься. Уже будет тебе ГП начислять. Серьезно. Вы расскажите им. Блять, ему миллион раз говорили, когда, в какой момент. Ну, перед пулом босса просто опять. Слушай, короче, сейчас команду и потом только води. Не надо водить тогда, когда тебе там надо. Стой, куда ты? Ты что такой? Тихо. Отводи. Впряглись. Нечаянно посмотри, где СУ в БРН его. Сразу, а, ну он сам сильник. Блять, там зажимается. Я, блядь, не знал уже, куда отводить. Ну, назад надо было отводить. А, блядь. Подвигите, вот подвигите, там лужа, чтобы вас не зажало. Еще одна лужа. Там уже исчезают лужи, можно спокойно бегать. Сейчас, да, сейчас влево. Отводи еще чуть-чуть, еще отводи, чтобы РДшников не сдуло. Вот так, все. Там лок вынеси. Локу продиспельте, чтобы он успел вернуться. Уже. А
блядь. Куда ты уходишь? Бля, я сейчас сам говорю, нахуй. Саш. Элиза, скачай, пожалуйста, и грёбаный ДБМ. Выйдите, смотрите, что вы там умираете, сука. Погоди, 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 блядь. В лужу не заходите, вы подохнете, но... Блядь, Настя альтабнулся нахуй в лужу. Сука. Короче, и, ребят, Элизабет, хорошо, смотри, ты стоишь, танчишь босса, да? Все, стоишь. Тебе двигаться никуда не надо. Идет анонс. Вот этой гребаной херни, его каста, да, которую тебе, блядь, из какой лужи надо выводить, только тогда ведешь. До этого момента двигаться вообще не нужно. А то получается, ты отводишь, ставишь босса, появляет каст, тебе говорят, беги, ты опять отводишь, то есть, блядь, мы его убить должны были, чтобы ты понимал, не там, где он умер, а вот где-то в этом районе с нашим ДПСом. Вот здесь, где кот бегает. Вот здесь он должен был умереть. Можно, пожалуйста, рез начать? Можно, если... только бой закончится, блядь. Вы посмотрите, на бой висит из-за луж. Лужи вешают бой. Кто здесь, блядь, не первый раз? Смотри, подожди, дайте я нормально объясню. Лиза, ты, ну, профа, ну, был на профе же, умеешь водить профа? Знаешь, как его водят? ЦВК, да? Что такое профа? В чем рофл вот этого профа и этого босса? Они одинаково водятся. То есть ты должен водить так, что, то есть вот... Вот это лужа, да, вывести его чуть-чуть. То есть чуть-чуть. Тебе не нужно его, блядь, тянуть. Ты должен чуть вывести и все, и на месте стоять. Потому что если ты будешь, ну, вести дальше, это милики и, ну, нужно бегать. И РДДшникам смещаться. Это потери ДПС, потери костов. Это первое. А второй момент, это, блядь, ивейд. На Сирусе, блядь. Когда босс двигается, он, блядь, в ивейде. То есть бывают моменты. Это, ну, очень критично в плане ДПС потери. Ты его прям чуть-чуть дергаешь и все, и, ну, больше не надо вести его. Не, проблема в том, что он раньше времени начинает двигаться. Вот ядовитое облако, типа смотришь, когда он его кастует, и вот именно в момент, когда он его кастанул, а не до каста, уже можно двигаться. Да, до да, этого не стоит. Механика не ваншота, типа, ну, можно там даже и постоять, ну, как, не знаю, постоять чуть-чуть. Сука, да ебаный рот, блядь. Ой, блядь. Ну, ну просто это уже не первый раз. Третья или четвертая неделя, одно и то же. Там резники, блядь. Резко. Да я в трубе сдох, блядь. Ну, 300 хп было, блядь. Да, суф умею делать. Тыкайте на суму. Только прохитите меня, пожалуйста, блядь. Все нормально. Этот грудак лучше, чем тот, что соец. И типа... Да, тот, кто меньше ДПС дает, тот и пускай мажет. А хант лучше поможет пацанам вводить. Саня. Сманите это ли территорию, пожалуйста. Санек, ты тут? Да, говори. Да не, я Абу-Даби, Абу-Даби. Да. Да, да. Слышь, а ты кому второй этот тем засунул? Да. Я бы на Элима бы себе взял бы. Я его как раз собираю. Спасибо. Чё, кто готов на позицию? А кто вводит? У меня рыбы 3 минуты осталось. Что тут хилить или ретриком? На рыбу поставил, не знаю какие 3 минуты, я 24 минуты назад ставил рыбу. А я перезаходил просто, вот момент пришел, а ее уже не было. Какой молодец, ты можешь поводить? Ока, кто-нибудь из вас может поводить? Ну чё, вы там под замедление не поводите мобов или чё, пацаны? Какой спек, блин?
Ну, давай я лучше хан. Поставлю еще кому-нибудь. Да, Арчи, подстрахуешь это? Ханта. Так, блядь, сейчас я дам по нему метку. Вот, поймешь. Неактивно отвечает. Ты вот с этой, с ближней, понял? Вот где мы стоим, вот с этой ловить мобов, да. Я пойду на дальнюю. Саня, санчуария, подбегу тебе и нарядам. А вы им сказали, где они с рядом или с дальше стоят? Не понял. Кинь лед под себя, замораживай. Их много будет, к ней это. Контролишь. Блять, ну с хантом проблемы на самом деле. Во, вот через вот эту хуйню и води. Через трапу. У меня крил кинул просто. Не, прохитил. Сейчас больно будет. Сейчас их сводить надо ближе друг к другу. Когда-то уже начнется. Да, должно. Вот он. Забиваем. Нужно новых не забывать, а тоже кидать замедление, алё. Гнев небесный, блядь. Там моб один сейчас. Доходят мобы. Ага. Хан, по новых кинь лужу. Фури, да коров топайте. Каблучком, топ-топ. Так, там кто-то забирает сейдер, по-моему, моба. Блять, какого хуя? Ну, грудь хоть можно забрать, бля. А хотя, подожди, даже за УДА тоже. За УДА до сота. А до 213 будет. Столько за него ГП? Есть. Есть? Не, в пизду я за УДА куплю. Вон. Ну, второго бери тоже уже сразу. Да. Там только справа эту хуйню смотреть. Ой, блядь. Там еще один идет, блядь. Быстрее, если успеете. Наверное, не успеете. Там сейчас еще одного надо будет забирать. Да-да-да, блядь, пидор. Я вам метку поставил, блядь, сейчас. Кого бить, черт бить. Что, типа, завести в стену перед ней танки?
Можно и так, ладно. Стену упритесь просто, упритесь в стену, как в ЦЛК. Вот такие же мобы. Просто это, блядь, одного отвезли, там еще второго также. А вы их надо вместе держать, они по-разному. Понятно. Я просто не сразу съехал, потому что там кричали, что третий, и я решил двери остановить. Ну там они могли его сагрить, они там рядом был просто. Ну вон я какого-то вурдалака забрал. Не-не-не, там большой был. Так, чё, резать? Ну, Кьюикса реса. Этого второго тоже ресы. Понял, с ума. Так, получается у нас вторая, четвертая идут направо, первая, третья идут налево. Амбассадор, Ладомир идут налево. Суф, Рыла идут направо. И Войт, ты в ДД идешь налево. Четвертая куда идет? Еще раз. Право. Бля, южнул создание камня нахуй здоровья. Прохнул трине, бля, охуенно. А это которая новая? Да. Она от всего прока. Пиздец, блядь. В том плане. Просто снимаешь. Саша Рилова прописывал. А, давай, как же долго. Готов. Никто не забыл плюс-минус, где там стоит. Все помню. Пускай поставят метки на всякий случай. Право плюс, лево минус. То есть красный это минус, синий это плюс. Вроде поставилось. Готовность. Сейчас DPS нахуй будет, ебаный рот. Проведи, проведи. Чуть-чуть ответ, да. Сука, весь берсерк просрал. Сирус хули. Так, справа пока стопните ненадолго. Там вообще стопните просто вообще. То у вас 20, у нас 30-40, да. Все, начинайте. Бьем. Саня, дай левитацию, пожалуйста. К боссу только танки подходят, а то вас шотнет сейчас. Если он вас таргетует. Он ближайшего бьет. Ну да. Блять. Сейчас я думал, ты кинул левую мне, блядь, я не слышал. Смотрим за полярностью. Слип, да, сделаешь? Да, суф этот встанешь, когда... Ну, типа, что-то надо. Геру. Геру дайте. Дайте уже. Я думаю, когда уже поставим на следующий.
Да нормально. Сейчас смотрим. Внимательно как. Смотрите. Прибежали. Чё, кто, блядь, что это? Атака ближнего боя. Ну да. Нихуя. Да блин, вы там поднапуливаете в танк, пожалуйста. Каст смотрим. Да, внимательно. Подарок. Слип Лейна. Оба начали кидывать. Вниз. Каст полярности, смотрите. А если сейчас прыгну с минусом туда рядом с плюсами, зацеплю вас, нет? Ты сразу умрешь. Там их дохуя слишком. Ты просто ебаный. Каст, полярность. С полярностью. Просто 26к въебало на 8 лет так. Охуеть. Этому вообще 31 прилетел. Че 31? Мне написано 57-777. Нет, я 31 прилетел. Каст полярности, смотрим. Бриди 25 прилетел. Марча, ты где был, откуда прибежал? Полярность. Я хуй бы вульдел, только хуйни, блять, не было. Это был пиздец. А чё, ты вульдел будет гораздо жестче. Ну, не вот это, блять, это стоишь нахуй. ФК ротацию же нужно. Минус это шлет. Плюсы, плюсы забегайте, а минусы стойте. Саня сам с брат лучше не трогает. Там порезайте, кто там стоит. Нет, те, кто умерли и так далее, вставайте лучше, блять, вы заходите. Да, 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 да. Там уже мы же убили. Твой хуйня вообще, парашу не понял. Это к другим не подойдите, а то вас убьет.
Че, у нас паук остался. Кто, блядь, подошел-то? Не, это под конец дебафа он урон наносит. Там подождите, не агрите, у вас там никого нету. Что там, что-нибудь упало вообще? Или хуйня упала? Интересно, на самом деле. Саня, я в толчок схожу 30 секунд. Минут. Научи, идем. Котик скушал зверя просто около. Майль, давай левого сразу там грипните. Туда Элизабет. Элизабет, грипай, грипай. Молодцы. Земля похуй. Че, бьем чешо? Элизабет, отводи это босса. Я. Понятно, отводи босса. А там один в этом, за воротами. Чилит, хуля. Нах. Трэш это залейте. А за воротами там кто лежит? Да я не лежу, я, блядь. Тоже поссать отбежал. Писика кинял. Можно уже босса хуярить. Да, поехали по боссу. Нечаянно, слип дай тинеры. И ПС-ку приз тоже давай. У всех не показывают раскол брони. Там висит раскол. Висит 5 стаков. Поставь себе на Tell Me When в следующий раз, да, чтобы вот это не спрашивать. Отслеживание, и не будет проблем. А тебя так напряг. Ну, кстати, хороший аддон посоветовал. Все играются. Шли милики. Ой, ой. Отведи чуть-чуть. Скоро все будет. Скоро все будет. Скьюба на себе. У тебя гости, что ли? Да сука. Заебал он, блядь, кидаться. Саня, держите, пожалуйста. Заебал. У меня ж пристал. Так эротично.
Свет, не дышите, пожалуйста, тоже хорош. Заебал. Вы, сука. Че? Да ничего. Вот так вот там вести, блядь. Я, бля, буду это ДБМ морёт, если бля буду. Такое ощущение, что это вообще игровые автоматы, блядь. Не знаю, блядь. Две говна три, не, два говна три. Лут, блядь. Две шеи, два кольца одинаково. Там боишься. Резких отпавших. Угу. Проклятие с мехсом будет. Ой, ту-ту-ту-ту-ту. Фиго, держите это. Что за телепортирующийся паук? Он просто бегает быстро. Он прыгает. Быстрее, выше, сильнее. Его девиз. Скорее, ниже, сильнее, потому что он испарился под землю, а потом выполз из текстур. Паук ведь. Просто он слишком быстро это сделал, я не успел заметить. Тебе показалось, он был в текстуре. Он попал в тебе. Я так и не понял. Чью текстуру он там залез? В Кивикса, наверное. Нет, я уже отдал кольцо. Так, там два было. Или оба нужны? Я оба отдал. Я ему, блядь, теневой колонн, блядь, бьет по 4000, блядь. Слышь, Саня, mm-hmm. А знаешь, как будем делать? Уже два окна нахуй заходить и сумониться, короче. Понял? Mm-hmm. Как на классике? Да, да, просто два окна будем заходить. Тринка туда подвел сразу. Ну, нормально тебе. В принципе, да, можно. Ну, мы либо с упорением проебали, чисто пиздец. Ну да, мы уже закончили. Вот я смотрю, мы по факту меньше 3 часов. Ну вот если все эту хуйню убрать, я ФК, мы меньше 3 часов тут. По факту. Не деремся, да? Да. То есть это реально за 3 часа. Ну, меньше даже 3 часов. Вообще нормально просто. Мы типа и САЗ закрыли еще. Ну да. Совсем всех не собирайте, а то будет бо-бо, блять. Да там станы, всю хуйню нажимайте, блядь. Там. Их станы. Все, жмите, там расовые таурены. Все. Ищем БЭшки. Нам... Ищем или есть? Ищем. Нюхаем, нюхаем. Коровы, давайте. Бля, была тут Ома, она все нашла, раз, наверное. Угу. Сука, бесит то, что, блядь, если вот лута нету нахуй в этом, она один хуй светится. Типа можно залутать. Табак просто. Что это бесит? Чё, все ребаха? Ты на боссе, кресло, мобах. Мили тотем поставьте. Кулак по локам дайте. Пожалуйста. Кулак по всем. Ну, раз такая пьянка, вот он. Рыба. Возле предыдущего кота. Так, что на ней делать? ФК, бей. ФК, бей. Что я просто бей, все. Оксиген сделаешь, да, все красиво?
надо здесь, нет? Я не умею. Давай уже учись, ебать. Че учись, я первый раз, блядь, до нее дошел. Да ну, даешь МК вот в этих мобов, служителей, которые. Если берешь служителя в МК, у него будет скилл объятия вдовы. Его нужно будет нажать на, собственно, саму вдову, когда она будет в берсерке. И все. Я тебе даже поставил метки, на которых надо МКшить. Так тебе блять. Там не так много скиллов. Если не ошибаюсь, то единичка. Вообще ты можешь их по, не знаю, мышкой по ним поводить, посмотреть, как называются. Объятия вдовы тебе нужно. Там у тебя будет время заранее, кажется. Давайте ДБМПу даю. МКшить кого-то одного, да, получается? Тебе не надо, тебе ничего не надо. А, все, окей. Посмотрим. Легко, да? Гера. И Инер. Слип. Нечаянно. Блять, вот ты просишь Инер под берсерк давать. Ну, красавчик. Ох. Блядь. Суфа проси. Еще место. Это, о, вначале. Потом ты скидываешь. Вот это бурс, блядь, понимаю, нахуй кринки надо, блядь. Суф, давай мне тоже закидывай. Ага, не проанонсили, ебать. МКш, срез прожмись. Срез не вдову танчит. Ой, Элизабет, ебаный стресс. Подымите, подымите. Слип, подыми. А, хера, надо же через прожим. Ну, а все, больше не под берсой, но типа я мобов не могу держать, я мёртвый. А, он не... Нечаянно, подними срезы. Он сталинс был, они... Я понял, добивайте. У вас два хила. Ну добиваем просто, пидорас. Фух. Блядь, мы проанонсили. Такие колеса, заебись, бля. О, бля, какая шляпа, ебать, вот. В натуре, кстати, шляпа. Шляпа как шляпа, Фред. Лес идти, идем дальше, быстрее. Блядь, да это все на кристаллы. Шляпа без секетов вообще, блядь. Вот это, вот надо было такое придумать. Я, это прям я конечно, не играл, когда был актуал этого на кухне. Я уже рисую четвертого человека, что за хуета, но? Рисуйте си. Он же обычно рисует. Я декая не могу резать. Блять, наверное, это вопрос был к тем, кто туда побежал. А, блядь, я там понял вообще конкретно. Элизабет, чё там кого? Килит тебя. Пойдемте потихоньку по стеночке. Вот эту пачку не обязательно пулять. И вот эту слева тоже не обязательно. Вот справа, которая стоит возле стенки, ее пулять. Дальше туда сразу проходи. Ну, врал бы зачем? Там запулили вам. Назад из чего вернуться. На пульте их. Сюда просто ведите их и все. АУЕ стопните, стопните АУЕ, сюда ведите их просто. Веди, веди, веди. Хант напуливает, там роги с хуйня напуливает и можете заливать. Станы тоже не можете прокликать.
Там и вейт, и вейт, подергай. Да, и вейт есть. Еще есть и вейт. Да плечи. Чем фору спекнуться? Кому? Срез. Да. Агрите, да. Гневы сразу. А, это животное, значит, топот. Это тоже сразу загрите забивайте. Держите меня.